фольклорный ансамбль «Варенька». Песня Пензенской области «Если хочешь быть военным». Игровая песня Московской области «Было у матушки 12 дочерей». Работе учить, дала им матушка работе учить.
Недова. Русские народные частушки Семеновна. Thank you.
Еще раз всем добрый день. Мы благодарим участников младшей возрастной группы за выступление. Благодарим педагогов, родителей. 34 исполнителя, но, понимаете, призовых мест намного-намного меньше. Тем не менее, даже тем ребятам, которые сегодня не станут лауреатами, мы вами гордимся, вы молодцы. И продолжайте развиваться, продолжайте работать с педагогами, с вашими. А я по поручению членов жюри объявляю результаты. Начну с поощрительных дипломов и призов. Их будут удостоены. А награждение состоится 15 апреля перед гала-концертом во Дворце культуры «Октябрь» в 13:00. Поощрительных призов удостоены Язынин Иван, фольклорный ансамбль «Ваенга», и два солиста удостоены первого места. Это Зайцева Ксения и Едыкин Дмитрий. Всем спасибо. Ксюха! Ксюха, Ксюха, вернись, оберни! Подними меня, не дай! Сейчас еще кто-то думает. Ай, больно!